сразу несколько предприятий региона, среди которых шуйские ситцы, будут участвовать в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Его реализация начнется еще в 5 регионах страны уже в марте. Уже 4 дня в Ивановской области работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Их задача – назвать предприятия, которые попадут в проект. Команда экспертов наряду с рабочими группами предприятий будут улучшать производственный поток. Конкретно это строить карту потока, применять инструменты мозгового штурма, от текущего состояния переходить к целевому с помощью инструментария бережливого производства. Но в любом случае применение инструментов – это не только какая-то, скажем так, работа с железом, это еще и работа с людьми. Для экспертов Федерального центра важна готовность предпринимателей к переменам. Ведь только сообща можно улучшить ситуацию на конкретном предприятии, увеличить объемы выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость. Так, например, на шуйских ситцах проходит модернизация, закуплены новые ткацкие станки и отделочные линии. Важно, чтобы все это работало с минимальными потерями. Мы должны работать над своей эффективностью и более оптимально использовать свои трудовые ресурсы. С Федеральным центром компетенции мы сможем решить эту задачу более комплексно, оценить наши процессы, наши ресурсы и найти новые источники и точки роста. Точный список предприятий-участников будет известен на следующей неделе. Координаторы национального проекта обещают повысить производительность предприятий минимум на 30% за 3 года. Первые результаты можно будет увидеть уже через полгода. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.